Klausma Golovina, 20 gadi, izsūtīta 26. martā 49. gadā uz Tomskas apgabalu. Jānis Grinbergs, 17 gadi, izsūtīts 25. martā 49. gadā uz Amūras apgabalu. Izolde Grinberga, 20. Kuldigskij rajon Kuldiga, Šmits Jānis, Šmita Emilija. Спасибо всем, кто сегодня пришел на эту площадь, чтобы вспомнить имена жертв коммунистического террора. Советская и российская пропаганда на протяжении практически всей своей истории старалась уничтожить память о страшных преступлениях коммунистического чекистского режима. Сделать так, чтобы жертвы этих страшных преступлений превратились из живых людей лишь в цифры статистики, побочным ущербом. Эта политика сейчас повторяется в Украине в 2022 году. Владимир Петров, шахматный гроссмейстер, ее второй муж, мой отец. Я, Маргарита Матиса, родилась в ссылке в 1952 год, город Канск, Красноярский край. Моя семья по отцу: Матис Анатолий, Георг Матис, мой дед, Мария Матиса, Татьяна Матиса, мои уважаемые предки, в Сибири пробыли 18 лет. Субтитры сделал DimaTorzok.